Наш с вами 20-й видеоурок из обзора дорогого зарубежного курса по набору и монетизации зарубежных подписных баз. Ну что ж, мы прошли с вами 19 и теперь уже 20 видеоуроков. И настало время подвести итоги. Что я хочу сказать? Ну, в первую очередь я хочу обратиться к новичкам, к тем, кто не зарабатывает еще даже 100 тысяч рублей в месяц в интернете. Все когда-то проходят через этот этап. То есть на каком-то этапе человек понимает, что он может больше, он может много начать зарабатывать. Так вот, есть такая вещь, и я ее долго не понимал. Такое выражение, что по вере вашей дается вам. Когда вы принимаете за основу какую-то концепцию. Например, концепция: в интернете легко заработать. Или в интернете можно заработать. Или в интернете можно много заработать. Вы подключаетесь к тем информационным каналам. То есть я не говорю про какую-то мистику, я говорю про физические вещи. То есть вы начинаете набирать в Ютубе соответствующие ролики. Как легко заработать, как много заработать, как быстро заработать. Вы находите тех людей, у которых это уже удалось. И вы начинаете окружать себя той информацией, которая вам с каждым днем дает подтверждение вашей концепции. Если вы берете за концепцию, что заработок в интернете лохотрон, в интернете все мошенники, в интернете не заработаешь, все курсы и тренинги обман. Вы подключаетесь к тому кругу информации, а в интернете это очень быстро, то есть стоит вам начать где-то вот что-то искать в определенном ключе, у вас интернет начинает окружать подходящей и релевантной вам информацией. Вы даже этого не понимаете. На это настроены многие системы аналитики. Они вам дают то, что вы хотите видеть и слышать. И такие люди, они подключаются вот к этим негативным каналам. То есть YouTube им выкидывает постоянно ролики, обзоры курсов лохотронов, какие-то мошенники, какие-то пирамиды. И человек оказывается вот в таком непробиваемом коконе, который каждый день подтверждает ему, что мир вокруг него плох, что в этом мире нельзя выжить, что в этом мире нельзя заработать, что все вокруг в обман, что за все вокруг надо платить деньги, и это плохо. И когда вы подключаетесь вот к этой концепции, вы лишаете себя будущего. То есть вы живете уже не своим, а чужим будущим, которое вам кто-то навязал и запрограммировал. Так вот, что важно понимать. Мы разобрали курс, сейчас курс, который полностью соответствует тому, что было задекларировано на продающей странице. Я вам перевел его, и простите меня за мой английский и за мое, может быть, несовершенное знание, но я вам перевел и дал всю ту информацию, которую дает автор. Это качественная информация. Далее. Автор обещает, что вы сможете за первые 12 часов привлечь 500 подписчиков, зарубежных подписчиков. И автор сдерживает свое обещание. Действительно, давайте еще раз пройдемся по всей схеме. Для того, чтобы нам привлечь эти 500 подписчиков, нам нужно, первое, за полчаса настроить Aweber, систему сбора подписчиков. Нам нужно за час настроить аналитику и настроить подписную страницу на нашем блоге, либо на отдельном хостинге. И нам нужно приобрести пакеты соло, с которых нам пойдет трафик. Это самый быстрый путь, и один подписчик нам будет монетизироваться примерно в доллар с одной рассылки. То есть с базой в 500 подписчиков мы можем получать 500 долларов в день, если мы все делаем правильно. Автор не дает информацию такую, как заказать хостинг, как купить домен, как закачать на хостинг. И в этом отношении я хочу обратиться к тем, для кого этот курс показался непонятным или сложным. Если вы не понимаете, как залить страницу на хостинг, у вас есть два выбора. Первый выбор: вы можете набрать в Ютубе, как залить страницу на хостинг, найти подходящий видеоролик, 5-минутный материал, посмотреть и это сделать. И у вас будет страница на хостинге. Вот. Или
Вы можете сказать: нет, это сильно сложно, это не для меня, все плохие, потому что мне не рассказали и не объяснили, как это сделать. И курс вообще фигня. Но в этом отношении как бы автор курса и мы, давая вам этот материал, мы не виноваты, потому что материал такой, какой он есть. И все подробности в нем просто не могут присутствовать. Тогда это был бы не один какой-то курс за $97, может быть, это был бы тренинг за $9000, где новичка прямо за руку проведут до результата. Что вы можете делать, уже начиная с сегодняшнего дня? С сегодняшнего дня вы можете создать подписную страницу. Вы поняли, как ведутся стратегии набора подписчиков в зарубежном сегменте и как там организуются рассылки. Для тех, кто работает в Рунете, это ценная информация, потому что там все значительно отличается. Второе, я решил не публиковать вам ссылки на соло-авторов, на подборку. Я поступлю по-другому. Я дам вам два ресурса, где вы найдете сотни авторов, причем здесь есть рейтинги, то есть вы можете по рейтингам отследить, кто дает хорошие соло рассылки. Итак, первый сайт называется save-swaps.com. Save, вы видите его на экране, swaps.com. Вот здесь проходите несложную регистрацию, и вам открывается доступ к большому количеству баз рассылок и партнеров. Второй сайт называется udemy.com. Здесь также несложно пройти регистрацию, есть фильтр трафика, авторы здесь только с проверенным рейтингом, то есть здесь мы минимизируем свои риски. Вот они, эти авторы. У них есть солосы, вы можете купить этот солос и буквально нагнать тонны трафика на свою подписную страницу. Если вы располагаете деньгами, надо понимать, что здесь бюджет не ограничен, можно 500 подписчиков, 1000 набрать. Но чтобы начать работать, я рекомендую вам первоначально набрать хотя бы 500 подписчиков. И дальше уже, когда вы войдете в ритм рассылки, когда у вас уже как бы вот это чутье появится, вы можете покупать новые солосы, нагоняя трафик и быстро наращивать свою базу. На начальном этапе это очень важно для работы. Понятно, что зарубежные подписчики, они приносят реальные деньги, которые по курсу рубля сейчас сделают вас просто богачом. Дальше, что я хочу вам еще рассказать. Есть такой способ набора подписных баз без спама, который дает нам зарубежную аудиторию, но такую не очень платежеспособную. То есть в премиум она не выходит обычно, но она дешевые продукты там за 5, за $7 охотно покупает. Способ основан на следующем. Мы регистрируемся в зарубежных буксах, там, где можно выполнять задания и покупать трафик. Мы не тратим в них деньги, просто кликаем по ссылкам, смотрим сайты, серфим, читаем письма. В общем, мы на этих буксах занимаемся какой-то активной деятельностью. Копим баланс, накопив за 2-3 дня такую приличную сумму, мы делаем свою рекламную кампанию и сливаем трафик на подписную страницу. Что важно? Важно, чтобы подписная страница вмещалась в один экранный лист. Желательно, чтобы на ней было автозапускающееся видео. И желательно, чтобы на ней что-то было очень цепляющее. Потому что в буксах те, кто размещает рекламу, рекламодатели, они используют очень агрессивную рекламу. И вы должны с ними как минимум конкурировать. То есть должна быть очень яркая страница, очень привлекательная, очень многообещающая. Вот когда мы работаем с соло-трафиком, мы ставим целью не разрушать кредит доверия. То есть мы делаем страницу и в дальнейшем даем подписчику ценный качественный материал. Когда мы работаем с букс-трафиком, здесь стратегия другая. То есть на буксах надо дать на странице такую информацию, чтобы человек обязательно кликнул, оставил контакты. Все что угодно. Вы должны любой ценой заманить подписчика. Вот. Там можно пообещать, там, конечно, обманывать не надо, но вы можете сказать, как заработать до 1 миллиона долларов за один день. Да никак. Вот. Но фразы, которые заканчиваются никак, ответом никак, они имеют наибольшую конверсию. Как написать книгу за один день? Да никак.
Но люди наиболее активно на такой заголовок реагируют. Я думаю, что вы понимаете. Вот такого вида фразы, буллеты надо использовать на страницах захвата трафика с буксов. И вот это такой канал, о котором автор не рассказывает, но который позволяет русскоязычному пользователю без знания английского, в принципе, нагонять неплохой трафик на свою страницу подписки, делая иногда десятки посетителей в день. То есть вам не нужно нигде спамить, вам не нужно никому писать, вас не будут банить. Просто сидите на буксах, делаете задания и за заработанные кредиты откручиваете рекламу. На зарубежных буксах русскоязычному пользователю не заработать деньги и не обналичить, потому что ну, с IP-адреса, с русскоязычного, вы просто будете оплачиваться по очень дешевому тарифу. То есть вы заработаете там так же копейки, как у нас. Но вот тот трафик, который вы там заработаете в эквиваленте валютном, если представить, что вы бы его купили там, он стоит нормальных денег. То есть вы экономите нормальные деньги и привлекаете живую зарубежную аудиторию. Ну, в общем-то, на этом все. Вот такой вот сайт udemy.com и вот такой вот сайт safeswaps.com. Сотни солосов. Вы можете прямо сегодня стартануть со своей подписной страницы, набрать подписчиков и уже сегодня заработать первые 100, 200 или даже $500. Это вполне реально, курс абсолютно рабочий. Для тех, кто ничего не понял в этом курсе, в этой подборке, я могу порекомендовать, что лучше начать с малого. Вы можете, если вы чувствуете, что вам не по силам сейчас заниматься зарубежным трафиком, зарубежными рассылками, ну, во-первых, у нас на канале будут курсы по зарубежному заработку для новичков, более простые, поэтому ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Следите за рассылками нашего канала на YouTube 100секретов.рф. А во-вторых, есть способы, которыми вы можете заработать прямо сейчас. Если вы не можете, например, охватить какой-то материал, лучше сделайте то, что вам гарантированно сегодня принесет 100, 200, там, 500 рублей. Ну, можно уйти на сервис платных заданий, если вам не хватает, например, сегодня для счастья 100 рублей. Вы можете уйти на сервис платных заданий Форумок и заработать там сегодня 100 рублей. Но это будут реальные 100 рублей, которые вы будете держать в своих руках. Вот. Не надо уходить в мечты, не надо покупать курсы, которые обещают кнопку бабло или миллион рублей за 3 часа. Таких курсов, методик и программ, которые будут вам зарабатывать автоматически, в природе не существует. Вот. Однако есть программа, которая декларирует себя как программа, которая позволит вам создать свою кнопку бабло. Вот. Это как бы довольно-таки сложный инструмент для продвижения. И я знаю веб-мастеров, которые с этой программой действительно зарабатывают. Но здесь речь идет не о том, что программа вам что-то заработает. Речь идет об автоматизации. Вот. Я думаю, что вы слышали про Zenoposter. Это классная программа, которая позволяет запрограммировать ваши действия в сети интернет. И, по сути дела, вы можете клонировать свою деятельность. То есть представьте, что вас стало 100 человек, и каждый из вас работает на свой успех. Вот такие вот программы. Все это мы разбираем в нашем канале. Ставьте лайк и подписывайтесь. А впереди нас ждет масса ценных зарубежных курсов с готовыми методиками заработка. Мы даем вам только те курсы, которые реально работают. И эксклюзивные материалы на нашем канале 100секретов.рф. Спасибо за внимание.